Строительство комплекса из 5 поющих фонтанов в самом центре курортной Анапы инициировал глава города Сергей Сергеев. Воплотил идею в жизнь коллектив специалистов компании «Фонтанград», создавший более 40 гидротехнических сооружений в России и странах СНГ. Комплекс в Анапе – настоящее чудо техники и творческого замысла. Он состоит из 5 поющих фонтанов общей площадью 90 метров. Главный фонтан – 23 метра в диаметре, а 4 водные чаши – по 6 метров каждая. Неповторимый водный узор создают 300 специальных насадок и 320 светильников. Тысячи зрителей стали свидетелями открытия уникального фонтанного комплекса. Под классические всеми любимые современные мелодии родилась самая настоящая феерия воды и света. Лазерное шоу добавило объема восхитительному представлению, которое наверняка надолго запомнится анапчанам и гостям курорта. Лучи лазера спроецировали парящую в небе птицу и резвящихся рыб, а затем в небе на водных строях написали «Анапа-2014», знаменуя грандиозный финал открытия сезона в Анапе, которое этим летом ждет гостей обновленной и сказочно красивой.